Такие патрули стоят по всему городу. Сейчас сотрудники ГАИ проверяют документы у водителей фур. Но уже через месяц проезжать длинномером по тем дорогам, которые будут ремонтировать, инспекторы не разрешат. Поработать будет неудобно. Ну как вопрос? Вам нужно пройти через дорогу в магазин, да, вам скажут, квартал обойдите, зайдите с другой стороны. Будет нормально, конечно, да? Вам будет удобно? Ну и мне, наверное, будет так же. Смотря куда она будет направлять. То, что объездная до конца недоделанная. То есть, с одной стороны будет удобно, с другой стороны нет. Смотря, я говорю, кто куда будет ехать. Получается, просто попаду на время и на километраж. Корректировать движение будут в зависимости от графика ремонтных работ. На участках выставят дежурные наряды. Они будут направлять транспорт либо в объезд, либо на встречную полосу. Они должны быть приближены к местам производства работ и осуществлять как регулировочные действия, так и обеспечение безопасности движения в тех местах, где проводятся работы, с целью, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на рабочих, которые проводят эти работы. Обновление дорог пройдет во всех 9 районах города. Ямы начнут латать уже в марте. По магистралям, где это возможно выполнять работы в дневное время, будем осуществлять работы в дневное время. Начало работ – это будет въезды в город. Это Красноармейское шоссе, улица Стратонавтов, Взлетная, Киевский проспект. То есть те основные магистрали, которые являются лицом города. По всему городу также установят предупреждающие дорожные знаки для водителей длинномеров. Они будут показывать направление объезда. Инга Лапикова, Алексей Костюк, «Панорама».